Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Лондоне как о финансовом центре. Промышленная революция и расцвет империи привели к тому, что Сити стал мировым финансовым центром. Сегодня Лондон в рейтинге мировых финансовых центров занимает первое место. Первыми бумажными деньгами можно считать расписку, которая выдавалась человеку после того, как он сдал золото на хранение. Бумажные деньги стали альтернативой золоту. В конечном итоге ювелиры выпускали больше бумажных денег, чем имели на сохранение золота. Так появились первые банковские операции в Великобритании. С приходом Елизаветы I ситуация в корне изменилась. Королева стала осуществлять полный контроль над выпуском монет в Британии. Название фунт стерлингов появилось в XII веке и означало фунт чистого серебра. Стерлинг – древняя английская серебряная монета. В 1663 году была введена новая чеканка монет из золота. Британские купцы посылали серебро в качестве платы за границу, в то время как товары для экспорта оплачивались золотом, что привело к установлению в Великобритании золотого стандарта. Первые бумажные стерлинги были выпущены английским банком вскоре после его основания в 1694 году. Номиналы изначально обозначались на банкнотах в момент печати. С 1745 года банкноты печатались в номинале от 20 до 1000 фунтов. Банкноты в 10 фунтов появились в 1759 году. За ними последовали банкноты в 5 фунтов в 1793 году и 1,2 фунта в 1797 году. В 1855 году банкноты печатались полностью с номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 и 1000 фунтов. Английский банк, один из мировых старейших центральных банков, основан в 1694 году. До 1844 года был один акционерный банк, Банк Англии, который имел право на выпуск банкнот, объем которого не ограничивался. Сегодня в Англии в обороте имеются денежные единицы номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. На них традиционно изображена королева Англии Елизавета II. Фунт стерлингов состоит из 100 пенсов. В обращении находятся монеты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 пенсов, 1,2 фунта. Редко встречаются монеты в 25 пенсов и 5 фунтов. Вслед за восстановлением монархии в 1660 году чеканка монет была преобразована, и в 1662 году стали производиться кованые монеты. Чтобы сократить недостаток серебряных монет, с 1797 по 1804 год английский банк выпустил в обращение испанские доллары. Эти монеты использовались вплоть до 1800 года. Крона выпускалась только периодически до 1900 года. Затем последовала новая система чеканки золотых монет в 1817 году. В 1860 году медь была заменена бронзой. В 1920 году серебряный стандарт снизился до 500. В лондонском Сити находится несколько знаменитых небоскребов. Один из небоскребов называется «Воки-токи» или «Рация». Небоскреб «Воки-токи». Его называют «Фенчуч-стрит», который и соответствует адресу. Строительство небоскреба было завершено в 2014 году. Высота 34-этажной башни составляет 160 метров, что делает его пятым по высоте зданием в лондонском Сити. Небоскреб Воки-токи является одним из наиболее успешных проектов.
На небоскребе расположен небесный сад с деревьями и папоротниками. Сад состоит из трех террас. Верхняя терраса заполнена фиговыми деревьями и папоротниками, средняя – пальмами, а нижняя – цветами и ароматными травами. Сад открылся 12 января 2015 года. Небоскреб дает уникальную возможность увидеть полную панораму Лондона с высоты 160 метров. Офисная площадь небоскреба составляет 64 тысячи квадратных метров и арендована многочисленными британскими и международными компаниями, включая отделение Lloyd's. Компания Lloyd's – самая знаменитая страховая компания в мире. Она была сформирована в 1688 году Эдвардом Ллойдом. Он владел кофейней в Сити на Тауэр-стрит на берегу Темзы. Там проводили время моряки с торговых кораблей, пришедших в Лондон. Сегодня Ллойдс – культовое место лондонского Сити и страхового мира. Биржа, основанная Томасом Грешемом, была торговым центром Лондона уже в XVI веке. Томас Грешем писал лорду Чемберлену: «Купцы не могут существовать без бирж, как не могут корабли ходить в море без воды». Королевская биржа была официально открыта 23 января 1571 года королевой Елизаветой I. Она присудила зданию биржи королевский титул. Сегодня экономика Сити занимает пятую часть экономики страны. На этом я и заканчиваю свой рассказ. Встретимся в следующих выпусках. Не пропустите!